В Барнауле прошло первое судебное заседание по делу депутата Краевого законодательного собрания Андрея Волкова, сообщает Политбюро. Корреспонденты напоминают, что его обвиняют в присвоении и растрате 43 миллионов рублей. На процессе присутствовали обвиняемый и его адвокат. По данным источников информагентства, обвинение прокуратура не огласила. Это случится 6 марта на следующем заседании. Между тем, сторона защиты предпочла не раскрывать подробности дела, отказавшись от каких-либо комментариев. В сети появилось видео, на котором девушку едва не сбила машина в Барнауле. Этот момент попал на камеру видеорегистратора очевидца. Все случилось на пешеходном переходе. Девушке пришлось отпрыгнуть, чтобы избежать столкновения с иномаркой. Водителем оказалась женщина, сообщают «Аргументы» и «Факт Алтай». Выйти из машины ее попросил очевидец происшествия, который помог девушке подняться после падения на скользкой дороге. Виновный в смертельном ДТП в краевой столице хочет избежать наказания, пишут журналисты «Московского комсомольца» на Алтае. И напоминают о трагедии, которая произошла неподалеку от Новомихайловского кладбища 20 февраля. Водитель «Рено» на высокой скорости сбил дорожных рабочих. Один скончался на месте, другой уже в больнице. Семья погибшего на месте мужчины считает, что виновный всеми силами пытается уйти от ответственности за совершенное преступление. Он даже не находится под арестом. Они хотят привлечь внимание общественности к данной истории, чтобы правоохранители уделили ей должное внимание, а не пустили на самотек. Кто и как отлавливает бродячих собак в Барнауле? В этом пытались разобраться корреспонденты информационного портала «Толк». Они пишут о нескольких непридуманных историях, связанных с нападением беспризорных псов на людей. Так кто занимается отловом собак и как решить проблему? Читайте на страницах «Толка». Пять самых интересных событий сибирской масленицы 2019 публикуют корреспонденты «Комсомольской правды» Барнаул. К примеру, там планируют поставить рекорд на самый большой хоровод. Не обойдется без конно-спортивного представления и традиционного масленичного столба для самых смелых, ловких и отчаянных. Какие еще интересные события ждут гостей сибирской масленицы, которая пройдет в Новотырышкино? Читайте на страницах «Комсомолки».